Визит министра науки и высшего образования Валерия Фалькова в Республику Татарстан продолжается. Этим утром во время торжественного представления нового ректора КФУ он подчеркнул, что Казанский федеральный университет – учебное заведение мирового класса. Поэтому реализация федеральных проектов на его базе – лучшее решение. Передовые инженерные школы – это федеральный проект, инициированный Миноборнауки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения принимали участие 89 вузов. В тридцатку победителей вошел Казанский федеральный университет. Специализируется новая передовая инженерная школа на машиностроении. Ключевым партнером школы обозначено публичное акционерное общество КАМАЗ. Мы сегодня приехали сюда посмотреть, как организовано производство и обсудить, собственно, задачи для передовой инженерной школы Казанского федерального университета здесь, на набережно-челнинском филиале. Это сегодня уже, понимаете, две стороны одной медали. Школа и для университета, поскольку это образование, но и в не меньшей степени для КАМАЗа, поскольку у нее технологические задачи. В рамках рабочего визита была организована экскурсия по инжиниринговому центру Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, где студенты представили проекты, реализованные совместно с индустриальным партнером ПАО «КамАЗ». Вы, наверное, знаете, что два месяца назад мы создали передовую инженерную школу совместно с КамАЗом. И за это два месяца мы уже очень много успели сделать. Мы набрали студентов на бакалавриат по новой специальности по электромобилям, набрали ребят на магистратуру по специальности автономные автомобили. И уже у нас готовы практически закупки оборудования для четырех лабораторий, которые мы должны по программе сделать уже в этом году. Финансирование у нас уже началось и со стороны федерального бюджета, со стороны КАМАЗа, со стороны Республики Татарстан. И поэтому я думаю, что наши задачи, которые перед нами стоят, они будут выполнены. Но самая основная задача передовой инженерной школы – это, конечно, с одной стороны, привлечение абитуриентов талантливых в наш институт, а с другой стороны, выполнение таких передовых фронтирных задач, которые стоят перед автомобилестроением и перед КАМАЗом, которые мы должны выполнить на сегодняшний день. В завершении встречи министру науки и высшего образования был представлен план развития передовой инженерной школы. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.